эту ветку надо поставить. А где ее взять? Нету ветки такой. Нету, ничего не сказали. Вы выбросили. Нету, ничего нету, не ходи, не ищи. Никак, только через борт кидать. Надо было заранее сказать. Может, там найдем. Я в деревне, там все время ее сохранял, все равно испилили. Борт поднять нечем. Да там-то большие чуки, как их такие. А нам какая разница? Вот так, это мы с храмового пруда, Малаканище назывался. Какой длины, высоты, никто ничего не сказал. Ее выпилили дома бы. Дома досок там много и брусков много. Сейчас поедете домой, Володя, и там выпилите пилой два. Столбушка таких с собой. Только не столбушок, а в виде бруска, доска, чтобы стояла. Посмотри, Ерема, может, где-то сам увидишь. У нас пила есть, Лукина. Ну, пила-то там, дома надо брать. Здесь долго пилить. Посмотри, как проехать. Это вот мы на храмовом пруду. Туда вниз, мне кажется, метров 5. Деревья только вот видите. Чуть выше роста человека. Ну, небольшие деревья. Вот грузят. Стали тут. Не переобулся почему-то в резиновых сапогах. Это шофер Ерема Еремия Ермак. Справа тут Володя, тут крик столько. Наверх послали Сергея ложить. Сережа, заполняй вверху верхнее. Он опять начал это заполнять. Заполняй только верхние ряды. Он тянет сюда их. Да, только не выше борта. Даже выше борта можно посередке. Не, не знаю. Он может на кабину упасть. Видите, как это бьет стекло. Я видел, как в городе возят дрова. Наложено такой горой, ничего не падает. Потому что далеко везти. Ну тут-то до бортов хотя бы подними. Я сейчас говорю, что до бортов вы не подняли, ему потом ходить ползать придется. Наложите. Конечно. А щурки две, щур отойдет, второй ряд уже выше ложите. Она не сдвинется никуда. Там повесит, брат. Клади только кверху. На первый ряд. Первый ряд. Он первый ряд отошел. Сергей, первый ряд у тебя пустота там стоит. Сдвинь вот эту правую чурку. Ерема говорит, что надо маленько назад. Ну, дрова вот здесь и еще там немного. Да, немного, да. Зачем в одном месте накладывать? Все. Да они не, у тебя не войдет все это в машину. Не в одном месте, а выше там положить. Они вперед не смотрят, дальше как пойдет? Никак. Все, можно это, Ерема, подъехать надо еще. Подъезжай, Ерема, давай. Командуй, Сергей. Прямо держи, прямо. Столько командиров. Гусь, гуси рядом. Это должно быть слышно, справа тебе показывают, вот так, значит, берешь руль вот так, а ты вот так вот показываешь, колеса смотри передние. Ой, сколько тины здесь, ой-ой-ой. Вперед! Команды так, команды такие дают. Володя, уйди, все равно командовать не можешь.
Вот тут край. Я здесь. Это здесь вот будет вода, слив. Широкая, 2,5 метра. Бурный, поверху идет. Посмотреть, как они тут делают. Войдет, не войдет. Он говорил, плотнее укладывайте. Солнце снимаешь, плохо видно. Загрузили машину с храмового пруда. Ой-ой-ой. Вот это да. Господи, благослови. Там налепили так. Ой, я оттуда, пускай. Пилу я отдал тебе. Пошел. Куда он попер-то? Куда попер-то? Ну совершенно не в трассу. Он нисколько не может заднюю скорость. Кое-кое. Садись в кабину. Садись скорее в кабину, Виталий. Пилу возьми, а? Пилу берите, топор. Володя, езжай. Потихоньку езжайте. Отпускай, я увезу. Господи, помилуй, благослови. Ha!
Он не может никак назад. Ворота в два раза шире машины. И он сколько времени стоит и никак, на полную мощность. Куда гонит? Одни доски, он же видел это. Останови его, э! Останови его, вытащи из кабины, покажи, куда он едет-то. Ну куда едет? Посередке доски попадают. Вот в этот створ он попасть никак не может. В 5-5-метровый. Что непонятно тут? Ерема, ты посмотри, в два раза шире это и никак не... Куда ж ты заезжаешь-то? Посередке. Ну вот сюда заехать-то, вот туда и завернуть туда. Маленько. Ну куда на... едет-то? На доске прямо. Господи помилуй. Поехал опять вперед. Дергай вперед, командуй ему. Не опускай кузов. Не опускай кузов, пошел. Получилась кучка. Побоялись колодец свалить. Так. Ну ладно, пусть остается, ладно. Кто я гнилушку эту запустил-то сюда? Теперь грабли искать надо. Так, Володя, приглашай пообедать. Так, слушай, у нас еще предстоит два рейса. Один сейчас на этот, ну с этой стороны ты заезжал, там знаешь, от лагеря, на этот пруд, на котором купаемся. И второе около этого рядом батюшка сказал забрать. Когда смеем? Сегодня. Подождешь? Сейчас? Ну, нам бы сразу сделать. Пообедаем. Вот тогда. Ну приезжай, поезжай, мы тебя подождем полчаса. Хорошо. Давай, за полчаса. Выведи его из этого, чтобы здесь не заехал правильно. Слава Богу, щурки а у нас. Куда ему подъезжать-то сказать? Сюда подъезжай, вон там напротив здесь остановится за нами. Иначе он не туда уедет. С полчаса сюда приезжай прямо. Я тут рядом кричу, слышно далеко. О, щурка не докатилась до колодца, брякнула бы и свернула. Что же это там так мотается?
15 августа 2018 года, поселок Потеряевка, Корчинского сельсовета Мамонтовского района. Игорь поехал на поле. Это Терентьев, сын его везет по полям, обработка. Господь, а что вы так долго? Я сколько стою, вас нету. Поезжайте за ним. Вот тут надо обходить. Больше он никуда не проедет. Там не проехать. И тут рядом. Вон там он проедет где-то. Копна-то у Любы были. Как выезжает, и сразу. Ну, найдете дорогу. Идите, садитесь с ним и пошел. Где вчера были? У дамбы. Володя там возил. Я там скидывал их в них. Он подъедет сейчас. Его нету. Надо идти. Ждать не надо. Второй идет с опозданием. Надо идти туда за ним. Колесо садиться говорили? Ему в кабину и ехать сюда. Колесо говорил? Колесо. Стоят, спрятали за меня. Колесо говорил? Два брата акробата. А колесо говорил, Игнатий? Колесо говорил и мясо говорил. На букву СО оканчивается. Я говорю, 100 рублей дам, кто знает, лассо. Вот такое было. Та не давай за мной повторять. Виталий, каждый день пытаюсь. Еще не скажу, не знаю, кто такой был граф Монте-Кристо, кто написал смысл. Евгений Берсье, там какие. Вот ничего не знает и не слышал даже. Да чем же ты занимался? Познавал только что. Еще не надо знать. А это у меня голубятня вторая. Голубок сидит. Ох, на ноги. С хохолком. А там махонький крохотный залетел наверх. Ах ты! Приехали к лагерному пруду. Там огориха. Только по кабинке не ударьте. Собираем дрова, которые зимой тут по берегу спилили. Бобры их подтачивают, они падают в реку и всю реку засорили. Вывезли сейчас с того пруда, там и сегодня 15 августа 2018 года. Тот храмовый. Вот храм. Это Игорев склад, а тут за складом сразу у нас и вниз. И там мы сняли, показали. А это Володя оттуда на тачке возит. Еще, говорит, тачки три. Не успел, сегодня успеваю. На одном колесе. Ну и зимой они тут все засорили, не пройти, а надо... Обязательно траву убрать. Бодырье тут не пройдешь. Я батюшке сказал, ну раз мы это делаем, то мы и заберем. Дрова, да берите, берите. Ну, хорошо, мы углем-то не топим, и все дрова. Ну. Сейчас я начну туда накидывать, перекидывать. Это у нас столбы приготовленные. Для огорода. А дальше это то, что лагерь-музей называется. Вот такой оазис. 60 деревьев, кустарников 62. И вот дьявол покусился разломать. Видимо, где-то поспорили, а может в карточной игре. Ну, бывает так что-то, кого-то убить, что-то сделать, так и здесь. Ни с того ни с сего убрать, 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 грозят и... Ну, нормальный человек никогда не будет. Играет рядом футбольное поле, рядом, прямо тут подальше маленько, вот между
колхозными, когда колхоз были, тут коровники были, вот они шлакалиты, а так и стоят, их никто не ломает. А там 45 лет был лагерь с чужими детьми. Это я бы в любом государстве рядом с президентом сидел заодно это. А это нет, враг. Враг, видимо, где-то, ну, бывает так. Скажет начальство, я знаю это, Петрушку, то я уберу их. Вы боролись неправильно, надо вот так делать, уничтожать их, уничтожать. Иначе больше никак нельзя, просто оскал сатаны виден. Все, говорит, злодеи, злодейство и злодейство. Ну, Бог милует, пока молимся. Сейчас по защите прав человека, там Ларин Борис Владимирович. Пока наседают в одном месте, на другом, но дальше будет видно. Сейчас я буду вот это перекидывать туда им дрова.